Добрый день! Вы находитесь на канале Народные советы. В этом ролике я расскажу вам о том, как лечить туберкулез с помощью народной медицины. Но для начала я призываю всех желающих подписаться на канал. Видео выходят каждый день, и вы сможете улучшить свои знания о народной медицине. Также можете подписаться на страницы канала в соцсетях. Ссылки в описании. Ну а теперь вернемся к теме ролика. Палочка Коха – постоянный спутник человечества с давних пор. Ею инфицирована большая часть людей, но заболевают туберкулезом, как правило, 10% населения в мире. Объясняется это свойствами и особенностями иммунитета, которым человек наделен от рождения. В древние времена врачеватели, не зная антибиотиков, находили способы лечения от туберкулеза. В частности, Авиценна рекомендовал лечиться молоком коз и овец. Его совет применяют до сих пор. Сейчас считается, что предрасполагающим фактором для возникновения туберкулеза может послужить голодание тканей организма из-за недостатка кальция. Для его восполнения применяются кумыс, йогурт, кефир, молоко. Не менее 6-8 стаканов в день. Ввиду того, что не все формы туберкулеза подвергаются медикаментозному лечению, будет полезно вспомнить методы народной медицины, способные облегчить состояние больного, укрепить его иммунную систему, а иногда и помочь исцелиться. Возьмите 1 литр молочной сыворотки. Подогрейте ее до температуры тела и поставьте в теплое место. Спустя 1-2 часа опустите в нее свежие куриные яйца в скорлупе. Из расчета 3 яйца на литр сыворотки. И держите все это в кастрюле в теплом месте 5-6 суток. Вскоре вы увидите, что яичная скорлупа растворилась, а содержимое яиц в тонкой оболочке всплыло вверх. Их надо выбросить, а сыворотку с растворенной в ней яичной скорлупой нужно держать при комнатной температуре. Пить снадобье нужно 3 раза в день по полстакана перед едой. Земские врачи утверждали, что эффект от такой терапии зачастую был превосходным. Если это видео было полезным для вас, пожалуйста, поставьте лайк и не забывайте подписаться на канал. А на этом у меня все. До скорых встреч!